Лапландия и Аляска вошли в состав Северного форума. В Якутске прошла пресс-конференция по итогам участия делегации республики в совещании комитета координаторов Северного форума. На нем соглашение о вступлении подписал губернатор Аляски Билл Уокер. Такое же решение принял региональный совет Лапландии. Добавим, что в число представителей Якутии включили не только лиц, ответственных за участие региона в форуме. Учитывая, что у нас есть единственная практически хорошая международная площадка здесь, в Якутске, международная конференция по возобновляемым источникам энергии, и учитывая, что в штате Аляска эта область очень хорошо развита, предложили главе республики также включить в состав делегации группу энергетиков.